Мы, друзья, продолжаем прогуливаться по Мальте. Остров Мальта у нас. Вот это у нас один из самых дорогих отелей здесь. Как называется? Каринта. Около 300 евро там стоит номер. Здесь так заходит Средиземное море. Вот здесь где-то пляж должен быть. Вон он, скорее всего, этот пляж. Да, есть чуть-чуть такой заход. Есть? Немного. Да, но что-то здесь совсем слабенько, конечно, с этими пляжами. Такой кусочек маленький пляжа. Здесь нет. Наверное, где-то в особых местах, например. Угу. Здесь. Скорее всего. Здесь какой-то пират у нас. Памятник великому морскому полководцу. Борг. Да. Пахнут. Пахнут хорошо. Так, здесь что у нас в этой стороне? Въезд какой-то туда идет. Автобусная остановочка. Ждут автобуса. Проезд стоит здесь около 2 евро. 2,20, кажется, евро. На автобусе. 2 часа действует билет. В течение 2 часов можешь с одного автобуса на другой прыгать. И куда тебе надо ехать. Друзья, не знаю, как вам, вот, если вы смотрите эти видео мои, Анзор ТВ, но мне эта Мальта как-то, скажем так, не очень. Может быть, это потому, что после Канарских островов, но дело в том, что Канарские острова тоже вначале были не очень, потом они мне понравились очень сильно. Реально, там все больше и больше красоты мест находил. Но здесь пока я чего-то, что-то я не нахожу таких мест. Ну, то есть, как бы есть, конечно, красивые места, но если брать так общую обстановочку, она не очень-то меня впечатляет. Не знаю почему. Возможно, это изменится. Но пока так. Так, вот у нас пляж. Есть. Ага. Тоже интересно. Да. Это единственный песчаный пляж. Единственный пляж в этом Мальте, да? Ближе к городу, да. Пахнет здесь. А что так ужасно пахнет? Ужасно этими море, да, продуктами пахнет тут. Потом пахнет, слово здесь не подходит, здесь воняет просто. Так, прогуляемся по пляжику. Да, не лучшее здесь место для отдыха, по крайней мере, мне так кажется. Хотя лежаки здесь вот стоят, но в данный момент никого нет. Я думаю, что они, скорее всего, это убирают, наверное, когда здесь. Хотя тоже как-то выглядит непонятно. Может, и не убирают. Такая какая-то запах тут стоит. Морской, но ужасно плохой, когда морской. Что-то такое, как будто гниль какая-то. В общем, неприкольная здесь тема. Хотя само место такое красивое, можно было его очень красиво даже сделать. Ну, видать, интереса такого здесь нет в этом. И вот в таком стиле, вот так вот, друзья, как-то все это получается. Не знаю, вот улицы какие-то грязные, какие-то непонятные все. Вот пляж вот этот тоже какой-то вот здесь. Да, это первый пляж. Потому что до этого я видел все пляжи, это были на камнях. На камнях, в смысле, вот из-за этого желтого камня, из чего сделана, в принципе, вся эта Мальта, вот этот желтый камень такой. Вот, и как-то вот, не знаю, не могу пока понять. Не нравится мне здесь, скажем так. Хотя красивые места некоторые есть. Вот. Так. Вон аж черная какая-то штука. Вблизи поплавать. Да вообще ужасно.
Вообще, вообще непонятно. Не плавать. Не пойму я, что это такое, да, что это за Мальта такая. Главное, что здесь очень много туристов. Вот что, чем они занимаются, вот это меня больше всего удивляет. Вот это вывезли бы вот эту грязь отсюда. Ну, это все воды. Может. Там лежат такими с комками, горами, воняют тупо. Ага, да-да. Может, они их хотят вывезти, не могут пока. Может, бюджет не позволяет города. Ждут, пока наплыв туристов пойдет. Копейка чуть-чуть привалит, и потом уборочку сделают. Ну да, так вот. Тут показано все, что можно, все, что нельзя. Разные знаки. Так, пока выключаюсь. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию, находимся на Мальте.